Привет всем! С вами Алекс Орлов и Виктор Родионов. Сегодня мы представляем фильм второй «Идеальная осень». Смотрите и любуйтесь. Восход солнца в горах. Вид с террасы нашей гостиницы-таверны. Ну, сейчас у нас начинается следующий день. Доброе утро. Несколько слов очень симпатичной гостиничке, которую мы живем в этом Spruce Pine. Мы вчера немножко ее показывали, но вот изнутри три этажа такого швейцарского стиля. И вот этот коридорчик, посмотрите, какие потолки деревянные. И вот что интересно, вот это в коридорах своеобразные галереи. В основном индейское искусство, хотя хозяева не индейцы. И одновременно можно купить вот эти изделия народного творчества. Картины, поделки. Вот это вот, кстати, индийские снегоступы. Вот. Они когда-то ходили на них. Вот. Ну, наверное, может сейчас ходят, когда зима. Очень симпатичные картинки. И потом мы на второй этаж спустимся, посмотрим бильярдную комнату. Тоже симпатичная. Что-то это стоит у нас. Вот это я глаз положил на эту. $132, кажется, или 1320. Вот мы сейчас спустились на второй этаж. Вот волки. Все это индийские атрибуты. Здесь тоже какой-то на пироге индеец охотится. И вот это вот очень симпатичная бильярдная. Это здесь комната чья-то. Вот хозяйка этой бильярдной. Просим любить и жаловать. Пиковая дама. Вот так вот. Вот так. Вот она. Где? Собака-то зарыта. Дама. А сейчас я вам покажу, как бильярд играть надо. Позор для меня вчера. У меня Орлов выиграл. А? Это с испугу. С испугу я просто выиграл. С испугу не знаю. Конечно. Мастерство не пропьешь. Так, какой мы удар сделаем? Где у нас белый? Оба. Забил сходу. Молодец. Даже почти два. Вот так мы играем. Вот смотри, бочки. После нас кто-то пил здесь, бар. Ну да, играли. Играли тоже. Тайная комната. Пуп дек с пиратом. И что бы вы думали, там есть? Открываем осторожно. Опля! Саша молчит, я скажу пару слов. Это гостиница Skyline Village, в которой мы живем. Мы ее показывали изнутри, а вот сейчас ее снаружи. Гостиница швейцарского типа. Так что мы, считай, побывали в Швейцарии. И едем сейчас в маленькую Швейцарию, Little Switzerland. Так что тут кругом все Швейцарии дышит. А пусть это поим Баварию. Вот так. Ну вот мы прибыли в маленькую Швейцарию. Вот отель называется Швейцария. Вот, кстати, он очень дорогой отель. Хотя я не уверен, что он лучше того, что в таверне и отеле, где мы ночевали. Вот, с правой стороны от меня Альпы под названием Апалачи. Вот, ну, целая Швейцария. С
кстати, вот в этом отеле номера в 3 раза дороже, чем мы жили. А по удобствам, ну, практически то же самое. Это я в интернете видел. Поэтому мы выбрали то. А это интерьер фойе отеля в маленькой Швейцарии. Чем не альпийское шале? На парквее через каждые несколько минут оверлук. Смотровые площадки. Удобно, безопасно и шикарными видами. Это вот самая высокая точка не просто Апалачи, а всей восточной части нашей страны. Гора Митчелл, около 7000 фитов. Это рядом с Эшвиллом, одним из самых крупных городов Апалачи. Очередной оверлук. Здесь очень ветрено и холодно. Зато какие красивые красные кустарники. Очень симпатичный центр народного творчества близ Эшвилла. Мастер показывает секреты обработки дерева. Чего-чего, этого материала здесь в избытке.
А здесь уже мелкие сувениры, но тоже наглядно. А это магазинчик, и посмотреть, и купить изделие того стоит. Вот сейчас мы въезжаем в самый длинный тоннель в Апалачах. Почти называется он. Нет, это еще не тот. Значит, скоро будет. Ну, неважно. Пользуясь случаем, расскажу немножечко о тоннелях. Страшную сказку в темноте. Всего на Blue Ridge Parkway 26 тоннелей. Сегодня мы проезжаем из них 25. И впереди у нас будет самый, вот на подходе, на самый длинный тоннель в Апалачах, повторяю, Pine Tunnel. Вот этот Pine тоннель, самый длинный в Апалачах. 1500 feet.
следующий тоннель. Бэм. Сюрприз «Ретро в горах». Красный Форд. 1930 года выпуска. Круто, но ненадежно. Что случится, ни одна техпомощь не поможет. Поэтому и ездит на пару. Мы проезжаем гору Black Balsam, черный рижский бальзам. Красоты нон-стоп. Можно вообще не выключать камеру. Парквей позади. Мы в городе Хелен, штат Джорджия. Занесло на юг, почти под Атланту. Хелен – самый немецкий город Америки, столица американского Октоберфест. Здесь все, от ратуши до сараев, построено в баварском стиле. Выдают только надписи и вывески на английском.
А вот в этом пряничном доме под острой крышей ресторан «Старый Гельдберг». Там мы сегодня будем есть баварские сардельки с кислой капустой. Бррр! Но с пивом уже лучше. Какая Бавария без пива и деревянных столов под тентами? Немецкий битюк на службе американского капитализма. Американская дворняга косит под немецкую овчарку. Американские уголки старой доброй Германии. И что за Германия без наших хот-догов?
Всем Auf Wiedersehen! Завтра едем в индийскую резервацию Чероки, через горный перевал и в местный Диснейленд, в столице Дымных гор, Пиджин Фордж. И если вам понравились два предыдущих фильма, то обязательно посмотрите заключительный третий фильм.